И всем привет, вот мы вернулись в игру. Ну что ж, болтик выточился. Ой, пока не закрывай. Две штучки недостающих. Так, ну, поехали. 14 скрабов, блин, я... скрабом, конечно, прям здорово уменьшится у меня. Но все равно уже неплохо смотрится. Осталось-то колеса присобачить. Изготовить их. Не знаю, правда, еще он будет резину делать. Из болтов, наверное. Ну это ладно. О, что сверху добавилось? Или что-то снизу добавилось? А, вот, диск. Диск добавился. Странно, почему он не использовал еще в крафте листы металлические, ну, типа из них делается диск, а только болты. Странно. Но мне все равно не хватит. Я думаю, это, конечно, не хватит 3000 энергии. Сколько там, блин? А давайте развернем. Интересно, можно в рабочем состоянии развернуть? Я думаю, что в этом вообще проблем никаких не должно быть. Ну, а банан? Пока работает, нет. А ну, серьезно, я уже не могу переместить его? Или я не ту кнопку нажимаю? В смысле, да, то вроде бы. Ух ты, блин, а как же я буду выезжать там? Ладно, стенку разберу, не проблема вообще. Стенку можно временно убрать мотоцикл. А, ну да, наверное, до того, пока ты не делаешь сам байк. Ой, квадроцикл тогда еще можно убрать, а сейчас уже все. Ну ладно. Оп, еще один диск добавился, да. Ну, прикольно. И процесс такой интересный. А тут прям погодка. Ой, вообще-то лампочку можно было уже давно с рук убрать. Минус 8. Погодка просто идеальная. Так, тут все хорошо. Уже поесть надо. Я только недавно съел кусок мяса. Точнее говоря, не мясо, а курицу и целого этого. Как ее? Лосячьи ребрышки целые. А, блин. Нафига? Ладно, не страшно. Не страшно. Сильно, по крайней мере. Да, сделай ветку сначала. Из полена раскалываем ветки. Так, пошли. Думаешь одно, делаешь куда? Делаешь второе. А получается третье. Так, кому тут что подобавить? Так, у вас тут все по максимуму. Так. 33. Ну, вообще-то они в один день вросли. Ладно, половину. Это тебе. Это тебе. Холодно. Закрывай. А на куртка на мне? Куртка на мне. А штаны целые. Более-менее. Пускай жарится мясо. Так, что у нас там? О, сутулый появился. Кис-кис-кис. Давай третий уровень, пошли. Может попробовать его так провести. Под самый краешек. Эй, блин, он не пошел прям за мной. И поскользил. Ладно. Хочешь быть там внутри? Я не против. Да блин, ты упрись куда-нибудь уже. О, отлично. Эй, нос не прячь свой. Зимой немножко высоты не хватает. Иногда перепрыгивает. Чё, блин, думаю, что я нажал. Это еще одна покрышка сделалась. Не покрышка, а диск. О, третий уже. А, четыре уже.
Ух ты. Теперь дело осталось за колесами, только 43%. Интересно, с чего колеса он делает? Я же ведь только болты дал. Так, это можно сжечь. Блин. Так, куснули меня за попу, блин. Так, ну давай, наверное, еще спалим парочку кусочков мяса для массы. Столько, что там по мясу, по массе. Так, энергия нет, не хватит, к сожалению. Так, руки помыть. Не, пошли еще кого-то приманим. А то, что я все время на базе, да на базе стою. Хочется, конечно, увидеть, как появится покрышка, но я думаю... Вон наверху, кстати, металл какой-то лежит. Кусочек чего-то. И руки надо помыть. Сутула есть? Сутулова нет. А, нет, и есть. Блин, ну я хотел металл. Ладно, вернемся, пошли. Минус 9. Аф-аф. Ой. Не получилось развернуться. Тоже будешь плыть? Плывет. Чё, приспосабливайся к ним. О-о-о, давай-давай-давай, крутись. А, к сожалению, нет. Танцор из него не вышел. Жир, кожа, морковка хорошенькая. Это сюда. Так, покрышка. О, две покрышки. А, понял, металл кончился. В смысле, металл, энергия. Кончилась энергия, да. А что это нам... А, ну да, он пока слаживается, все равно еще немножко подзабирает. 67%. Уже руки мои. И за металлом надо сходить. Забери это про звук. Может, ты на превью пойдешь? Вот ты. Свет включи. Это темно, как негра в желудке. Или вот так даже. Неплохо. Пускай энергия копится, я сегодня вряд ли сделаю. Ты яйцо снесла? Давай сюда. Так, еда у меня уже заканчивается. Ну, давай тогда и супа подкинем. И пошли заберем ту плюшку. Ну и заодно еще можно и яичницу сготовить, раз такое дело. Все равно энергии у нас особо много нет. Так, сгорели, отлично. Это вот сюда. На массу пойдет. Что-то у нас, ага, плавится. В смысле, перерабатывается. Надо металл, блин. Так, пошли за плюшкой. Вернемся. Серьезно, там еще один волк появился. Интересно. Ну, давай сначала вот так через верх пройдем. Шиповник обязательно собираем, потому что летом шиповник не растет. Что у нас тут наверху было? Где-то я же видел. Ага, ты, блин. Так, клинная фигня. Сутулы, чего по одному появляетесь? Алло. Давай, давай. Оп. Я через него перепрыгнул. Ну да, если достаточно высоко, без проблем через волков перепрыгивать. Они даже не кусают. Иногда, конечно, кусают. Если высоты недостаточно. Ты бежишь там? Бежит. Металл. Аф, давай.
Давай. Идем. Я хочу, чтобы ты пошел прям за мной и застрял так же самое, как тот застрял. Давай. О! Может, кто-то из вас застанет? Давай, сутулая. Собакина. Морда. Блин, они вдвоем неудобно это делать. О, давай ближе к решетке. Я застрял. Сам. О! Получилось. Знаете. Ух ты ж, падла, стоял. Уии! Хорошо на льду скользит. Дружок, а ты же меня не будешь кусать или тоже укусишь? А? Нет, этот поскромнее. Да это... Ну, не так. Нос не опускай сильно низко. Ты не достаю. Хитрый жук взял, проскочил. Видать, между ними слишком большое пространство, и он смог туда протиснуться. О, курица гуляет по льду. Жир никто не отменял. Это сюда. Все будет, как только будет соточка, я тогда начну накидывать. Блин, только руки помыл. Может, там еще что-то успеешь? Эй, не застревай. Еще что-то сможешь сделать. Так, 800. Ну, давай. Бз-бз. Еще чуть-чуть пару процентов добавит. Или один хотя бы. Так, давай шиповник холодос. Оп. И есть. Это сюда. Что там яичница приготовилась? Отлично. 10. Все. Может, еще... Забежим на гору шахтер. Ну, сколько руки помыть надо. Ты смотри. Все еще варит. Сколько уже? 72%. Вот еще одна покрышка появится. Нет. Не хватило энергии. Ну, ладно. Ну, так-то уже неплохо выглядит. Я хотел, конечно, чтобы было 3 покрышки. Серьезно? Что это только что было? Зашел здесь было минус 8. Казалось, что ли? Не заходишь в помещение, сразу теплее становится. Ну, потому что ветер не дует, это понятно. Наверху там ничего нет. Ох. Ветерки молотят. Это хорошо. Энергия пускай копится. Пошлите еще рубанем немножко металла. Металла прям вообще кот наплакал. И мне, может, даже не хватит на следующую. Чё это? А, думал. Минус 9. Холодно. У меня грелка есть, если что. Здоровья, в принципе, много. Ну, как много? Много не бывает, но относительно нормально. Жалко, что 125 только, не 150 или не 200 здоровья. А можно было бы и волка топором зарубить, наверное, чтобы столько здоровья было. По крайней мере, попробовать. Хотя вряд ли он слишком... О, тут прям нормально сегодня накидало. Медь, цинк берем, потому что и по цинку тоже износился. У меня вообще по всему все просело. Макс тоже писал, говорит, что я вообще цинк вообще никогда в жизни не собирал. А на этот вот мотоцикл оказалось надо. Это калийная руда. Ох, металл. Бегал, собирал. Ну, ему проще. В плане том, что он может перезаходить один день сколько угодно. Собрал, перезашел. Я ж не буду так делать. Кто это будет смотреть? Я и так два раза в прошлой серии или позапрошлой так сделал. Это, наверное, слишком много. Хотя можно еще раз перезайти. О! Спасибо. Кто-то обронил. Ух ты.
прям 4 патрончика. Ну, в смысле, в двух сумочках по одному патрону было, и в этой в третьей два. Топливный брикет тоже никто не отменял, или веревки. О, еще ящичек. Че, по здоровью? Пока терпит. Пока терпится. Да ладно, плата раз в году попадается уже. Офигеть. Если что-то надо будет делать, а... Блин, у меня этих плат вообще кот наплакал. Так, ну ладно, перезайду, наверное, все-таки. Есть тут что-то еще? Блин, тут, как всегда, ничего нет. Вот здесь вот Макс себе базу маленькую сделал. Ну, в принципе, рабочая версия. Здесь мини-мини-базу можно сделать. Так, ну это давайте я еще раз перезайду. Все-таки. Так, перезашел. И чем нас обрадует? О. Приходится читерить. В таком плане перезаход. Хотя я не думаю, что это читерство. В плане того, что я же никакие программы не использую, ничего. Просто вышел, зашел. Мир новый, получается. Сколько металла? 12 штук, вообще ни о чем. Жалко, что гвозди нельзя переплавлять. В скраб хотя бы, я уже молчу про металлические вот эти фрагменты. Хотя почему бы нет, гвозди расплавил, вот тебе и металл. Я так думаю, что он даже будет еще лучше, чем вот этот, который в камнях будет. Который не совсем чистый, который надо еще очищать. Ну, поэтому он называется этот очиститель. Хотя почему-то нет приписки руды. Я, кстати, разработчику за это написал, что название можно было бы добавить, очиститель руды. Все? Ну ладно. Ладно, я бы еще раз перезашел, но все, хватит. Пошли домой. Холодно. Минус 13. Здоровья мало. А выносливости еще меньше. Возьмем вот эти штучки. А вон еще, кстати, плюшка какая-то есть. Почему автоматически не отключается бег, когда у тебя кончилась стамина? Тоже как бы недоработочка в игре. О, вот это металл. То есть воду, когда прыгаешь, уже нельзя грести на шифте. Потому что раньше можно было шифтишь, и он и на стамину тратит, но быстрее не плыл. Сейчас он это убрал. Но на берегу, в смысле, когда бегаешь, именно забыла, ну, держишь шифт, типа он должен автоматом отключиться, раз у тебя стамина кончится, а вот и нет. Он продолжает, типа, бежать, и стамина не копится. Ну, и не бежит, и стамина не копится. Как-то странно это все. Так, ой, здоровье прямо вообще. Чуть-чуть совсем. Надо домой бежать. Побежали. Оп. 11 градусов. А ближе к воде подойдем. Там должно быть уже 10. Уже хорошо. Отключись. 18-17. Давай. Зайцы появились, то зайцев нету, то появляется. То ни одного не видишь, так вон там что-то еще, какая-то плюшка. 16. Здоровье. Беги давай. Курица не могла клюнуть его в нос. Чтоб он тут не лазил. 7-6. Все равно будем кодиться. Так, что там поднакопилось? О! Давай, может, все-таки доделаешь колесо? Я сейчас вернусь. Эх, о, там еще и ящик лежит. Сгорело, отлично. Цинк, медь, металл. Так, что там? Наверное, уже пора, да?
Да, соточка. Все это берем и скидываем. Хотя, подожди. Энергия у нас тратится сейчас потом. Потом скинешь. Оп. Порох. Чуть нагрелись, чуть нагрелись. Отлично. О! А с этой стороны уже прям хорошо выглядит. Давай доделай еще один колесико. Блин, все. Только хотел сказать, не хватит и... Черт. Трехколесный получился. Квадрик. Блин, чуть-чуть энергии не хватает. Блин, а? Что там по здоровью? А на улице? О, минус 6, так нормально. Пошли возьмем коробку. Минус 8. О, еще одна плата, замечательно. Я думал, это металл, это кусочек, видать, этой торчало. Уголок. Блин, генераторы молчат. Что ты молчишь, что генераторы молчат? Так, гвозди, платы. Червячок. Копим здоровье. Там пожрать надо. О-о-о. Давай-ка вот это съедим. Мало? Яичницу. Что-то добавилось стаминка. Хватит пока. Помидорка. Давай, мы сидим. Две. Так, по дровам у нас все плохо. Давай-ка уголечек подкинем. Чего, даром что ли собирал? Так, еще один. Замечательно. Наберем снега. Снежка наберем. Минус 9, уже коцаемся. Так, ну сколько там? 600, блин. Хотя бы 1% поднять. Может быть, все-таки колесико доделаешь, а? Нет, вряд ли. Ну давай, на превьюшку. Да блин. Понятно, фиг тебе сегодня будет, а не колесо. Массы соточка, ладно, накидывай массу туда. О, неплохо. Генераторы работают. Что там у нас эти ветрячки дают нам? Сколько энергии? А солнечные? 0,04. 54%. Эти 0,06. Не густо. Но хоть что-то. Пошли, может, еще кого-то найдем. Здоровье чуть-чуть позволяет немножко побегать в округе. О, беленький он ходит. Эй, тюлень, пошли. Второго уровня. Бежит? Ага. Давай-давай. Тяв-тяв-тяв. Йоп. Ты куда гребешь? Ты уже приплыл. Ты просто об этом еще не знаешь. Тик,
блин, так мало жира дал. Один кусочек. Давай спалим его. Опять руки запачкал, блин. Может, еще где-то есть один поблизости. Серьезно, надо много жира, чтобы поддерживать все это дело в рабочем состоянии. Надо, блин, тонны жира. Блин, почему нет прокачки генератора? Серьезно, ну, чтобы типа эффективную работу двигателя, ну, чтобы меньше он тратил топлива. Хотя бы на процентов 10 уже. Хотя бы. Это в переработчик можно пульнуть. Минус 11. Стамина есть, хорошо. Где собака сутулая? Дайте хоть одну. О, не металл ли это? Похож. Да. 4 кусочка железа. Блин, а где все подевались-то, животные? Ой. Здравствуйте, а вы кто такой? Бомжи. Но у меня на охотника в ловушке у меня нет. Также здоровье позволяет. Ага. Сдохнуть позволяет с одного выстрела. Так, вижу, вон сумка лежит. Подберем. О, скрабик. Обязательно, и надо возвращаться. Неохота тратить эту. Тем более близко. Как ее эту? Грелку. О, патрончик на винтовку. Блин, животных вообще нет. Я всех повыгрызал. В округе. Так, еще сумка есть. Хорошо, берем. Я уже соскучился по медведям. Че он белых медведей не вел? Как бы, хотя, да, это же не Северный полюс. Или какой там южный. О, еще одна плата. 3 платы в день. Хоть что-то. О, все, скрабик. Ой, здоровье прям 19 единичек. Еще раз здесь посмотрим, может, появилось. А, пошли, собака. Давай. Кс-кс-кс. Не-не-не. Кис-кис-кис. Ой, а мне хватит добежать? На всякий случай возьмем уравнитель. Беги. Ой. А ты почему покоцанный? Я тебя не бил. Ой, здоровье. Хорошо. Так, вот тебе еще металл. Так, на тебе вот это. Вот это. Опять? А, нет, просто я сюда не положил. Ну, серьезно, почему вот у меня вот лишних гвоздей до хрена? Вот почему бы я не взял бы стопку и не кинул в этот... Он бы расправил бы ее в через фрагменты вот эти. Вроде ж нормально, как бы. Ничего не противоречит логике. Как по мне. По крайней мере, моей. Логике ничего не противоречит. Так, тут все. Патрон. Патрона уже тоже много стало. Есть там здоровье? Успею еще. Коцнуть. Давай. Не туда, вот сюда. Это сюда. Так, это опять же сюда, в хранилище. Сколько у нас энергии? 900. Может быть, все-таки на 1% хватит? Может быть, колесико все-таки доделаешь одно, не?
О, блин, только руки помыл. Собака появилась. Ну давай, давай колесико, пум, на превьюшку пойдешь. Осталось все ничего, присобачить руль и еще доделать последнее колесо. Ну появись уже, етить, колотить. Сколько там? 91. Ну алло, где колесо? О, классика. Блин, волк, иди отсюда, ты мне мешаешься. Эй, пс, дурик. Зачем усы сбрил? На тебе, и не мешай мне тут. В кадр попадаешь, козел. О, серьезно? А, нет, скорее всего, энергия кончилась. Иди отсюда. Опять руки мой, блин. Ладно, я помою там. Ну во, другое дело. Вот так и на превьюшку пойдешь. Ну все, можно и серию даже заканчивать. Так, руки я помыл, не? Нет. У меня одна рука только грязная, а вторая нет. Так, ну все. Курица вроде было попить, но сейчас еще можно посмотреть. Так, на тебе жир. Так, давай вот это еще переплавим. Сожжем, точнее говоря. 542. Накопилось просто, скорее всего. Кстати, а сколько сама кожа дает или ткани-то? Один к одному. Лучше уже дерево брать, оно как бы на шару. Ой, у меня еды прям совсем нет. Надо, наверное, напоить курицу, скорее всего, и забрать яйцо. Ух ты, у нее ни еды, ни воды. Снег. Сейчас принесу ей этот вылез супчик куриный. Здоровье пока терпит. Так, ты там все сделал? Нет, 4% осталось. Надо подождать. Чуть-чуть пускай поднакопится энергия. Так, а, куда? Яйцо в холодос. Блин, как оно так быстро портится? Сейчас же зима, блин. В игре вообще не учитывается, что зима. Да серьезно, я же только что поел, блин, полное здоровье, опять уже отлетело. Кусок. Так, куриный суп. А я свет не выключил. Ай-яй-яй. Его как бы и так энергии не хватает ни на что. А ты еще даром ты палишь электричество. Тогда все. На все наберем и пошли уже. Греть задницу возле печки. Курица, не холодно. А что там такое? А, то волк там. А, ну кабан, наверное. Ну да, потому что медведя нет, только кабан может сейчас землю копать. Ну ладно. Что там, сгорели? Еще нет. Да, кабан. У него тоже жир есть. Слышь, кабан! Сюда иди. А я его еле вижу. Ой. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Ага. Иди вот здесь вот. Застрянешь. Неплохо так вот тени он сделал, конечно. Хорошо просчитывается. Слышь, ты куда пятак свой забрал? О, танцуй давай. Не хочешь? Так, ну вот это пожирнее, 3 кусочка есть. Опять руки мыть надо, да едить, все, хватит на сегодня. Сколько энергии набралось? 700. 4%.
Но 1%, я думаю, все-таки будет. Высасывает, блин, все. 97. Давай, 2%. Давай, давай. 98. Сейчас 99 выключить надо. А может хватит? Может хватит? А может хватит? Отлично, хватило. Ага, ну-ну-ну-ну. Дверь закрой. Холодно. Так, ну вот он. Полностью, как говорится, ну как не полностью, еще в руль надо воткнуть. Так, ну зато мы теперь можем посмотреть, вот. Ну, слава богу, вот улучшенные механические детали. Опять болты! Ты что, тебе леший драл? С твоими болтами. Ой, подожди. У меня нету. Опять иди в пещеру, да и мама. Ой, уже день новый практически. Это ж ты, да, улучшенные болты? Ну нет. У меня только 7 или сколько там? Это сколько на 2 болта. У меня уже железа нету, да? Ставь, пускай металл плавится. Блин, одна штука осталась. Она пускай доплавится уже. На 2. А там надо было, блин, я что-то вот... Может, 2? А вряд ли 4, скорее всего. У него, блин, по-другому не бывает. Ай. Ну, конечно, 4. А чё ж нет-то? Опять иди в пещеру. Ну, все. В следующей серии пойду. Потому что куда уже новый день, пока я добегу. Пока то, пока это. Поставь. Верни. Верни. Блин, металла нет уже, ё-моё. Давай, металл плавь. Эта штука очень дорогая. Прям очень. Квадроцикл. Супер дорогая, даже сказал бы. Что там? Нет, рано. Как сотка появится, так и будем ставить. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.